Впервые после открытия мемориального комплекса Махдуми Хорезми состоялся съезд академиков и научных деятелей. Ученые самаркандского филиала Академии наук Трон изучили жизнь и творчество известного просветителя и богослова Махдуми Хорезми. Он жил и творил примерно 500 лет назад, занимался религиозной деятельностью, основал лечебницу, приют для приема незрячих. В истории имя Махдуми Хорезми известно как основателя филиала Мамуна в Самарканде. Сейчас выдвигаются предложения о создании в комплексе по инициативе Академии наук Трон филиала Хорезмской академии Мамуна. Это прекрасная идея, я считаю. Центр станет местом собрания молодых умов. Мы не раз говорим, что строим новый Узбекистан. Создание академии как раз-таки откроет двери для третьего ренессанса. Очень много зарубежных востоковедов. С целью вековечения памяти мыслителей исламского мира в комплексе решено открыть библиотеку восточных рукописей. Ее фонд небольшой, но значительно ценный. Здесь бережно хранятся 10 редких книг. Но это пока. Ведется большая работа по обогащению фонда, привлечению востоковедов. Задача стоит непростая. Необходимо оживить летопись, перевести и донести ее суть до народа. В этот же день состоялось открытие музея под открытым небом. Здесь показаны различные виды сюзанен, национальная старинная национальная одежда, а также аксессуары, которые показывают наши традиции и обычаи. Также фонд хочет продолжить дело Махдуми Хорезми, так как здесь он жил, лечил слепых и обучал их. В дальнейшем мы планируем здесь открыть школу для слепых, также сделать центр творчества, чтобы здесь проходили мастер-классы. Мемориальный комплекс Махдуми Хорезми – место, где живая память о великом мыслителе сохранилась на века. Сегодня это еще и туристическая зона, новая локация для экскурсий гостей и путешественников. Дополняя ряды достопримечательностей Самарканда, объект является поистине культурным наследием страны.